Продолжаем. На этот раз у нас сценарий за Кэру. Час или около того. Обнаружена неисправность. Аварийные торможения. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Классно. Классная погода, обожаю. Сегодня у меня, к слову, такая же была. Очень даже хорошо побродил по пустым паркам. И здесь тоже парк, парк вон развлечений. Там. Заброшенный. Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Нашла что-нибудь? Нет. Тут заночевать негде. Щупальца кракена. Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Приветствую вас на пиратском острове! Мы здесь всегда рады гостям! Застыл.
Вон какая-то пещера, череп. Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Таверне. Дай-ка я. Вряд ли мы найдем что-то лучше. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Тут осталось печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Снова эра 9. Алиса? А у нас когда-нибудь так будет? Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать. Сегодня был очень трудный день.
Надо поспать. И завтра все наладится. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка про единорога. Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Она мечтала жить, как живут обычные маленькие девочки, но... призрак, который жил в доме, делал ее несчастной. И она встретила машину. Эта машина всегда подчинялась хозяину. Но однажды все-таки нарушила приказ. И тогда они решили вместе убежать. Спастись от призрака, живущего в доме. По пути они встретили очень много опасностей, но... они держались вместе. И все преодолели. По пути они встретили доброго великана, который их защищал. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются, а по правде все не так. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. А ты слышал про РА-9? РА-9 пробудился первым. Однажды он вернется и поведет наш народ. Он нас освободит. Снег все идет? Нам завтра далеко идти. Лучше выйти пораньше, чтобы никому не попасться. Кайра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины. Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок.
Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть. О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что. Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Джерри. Целая толпа Джерри. Пожалуйста! Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Впервые вижу ее улыбку. У нее было не так много поводов улыбаться. Такая вот переводящая дух миссия. Ну что ж, идем дальше. Красиво тут, а? Я сюда часто приходил до того. А до чего? М? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да не до чего. Вам следует перестать пить. Вы можете серьезно подорвать свое здоровье. Так в том-то и суть. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели. Произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то.
Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Они могут симулировать эмоции, но они машины, а машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Коннор? Ты у нас вроде на вид человек, а на самом-то деле что? Вы точно знаете, кто я и что? Я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Что, совесть внезапно проснулась в программе? Нет. Я просто решил не стрелять. И все. Но ты же боишься смерти, Коннор. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Коннор. А ты не превращаешься в девианта? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Не стал стрелять. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать. А вот если отношения нехорошие, пустил бы пулю в лоб. Ну что ж. На этом я делаю перерыв и продолжу в следующий раз.